Мне очень приятно детям показывать хорошее, что происходит в нашей России. Я вообще люблю Россию. Уезжаем! Пересечение границы между Европой и Азией вообще было одним из самых запомнившихся моментов. Да, виды, конечно, картинки необыкновенные. Мы, наоборот, кайфуем от путешествия всей семьей. Я помню, бегу по аэропорту, все дети за мной, и вот у меня эти чемоданы в руках, и дети по бокам. Мне кто-то кричит, ну, маленький тоже кричит, ребенок: «Мама, ты Настю забыл», потому что она самая маленькая, она в коляске, он где-то там не остался. Впечатления, на них не жалко потратить денег, они остаются на всю жизнь. Я, на самом деле, поражен, я не ожидал этого. Природа Урала, на мой взгляд, она великолепна. Плотину, где мы были, мне запомнилось тем, что она была такая старая, загадочная. Я познаю очень много нового.